Так, всем привет. Уже одну сторону вот я полил, думаю, покажу вам, как она работает в автоматике, эта система полива. Он сейчас дойдет к сенсору, выключится. Видите, я только одну сторону поливаю сейчас. Что-то телефон тупит чуть-чуть. Сейчас он к сенсору сейчас дойдет. Все, выключилось. И поехала назад. Вот, вот, возвращается. Сейчас тоже здесь дойдет, остановится. Там сверху вон есть механический сенсор такой. Колесико сейчас бам. Все остановилось. Теперь меняем сторону, просто перекрываем один кран и открываем другой. О, там. И все, и включаем. Поехал. Так, я остановлю, пока она будет ехать. Опять включу кран. Так, сейчас его подъезжает, как раз дошло, включаю. Все, к сенсору подошло. Включается и поехала. Сейчас она давление возьмет. Все. И вот пошла жара. Как раз перед продажей. Сегодня польем. В воскресенье подсохнет. И в понедельник будут готовы цветы. Вот такие шламбекура. Кактусы. Вот, мини 6 сантиметров, 9,5, и там еще есть 11 сантиметров. Это уже остатки пооставались. Вот хорошие 11, новенькие. Все, ждем следующих видео. Всем спасибо, добавляйтесь.